Всем привет! Друзья, перед вами моя новиночка. Снимала я не обзор, а выкладывала фотографии и пост на эти фотографии цветов, которые продают в наших цветочных магазинах, в частности в одном магазине. И был такой мне вопрос, кто угадает, какой же я цветок приобрела. Вот он. Вот он. Или вот она. Каладея. Была без названия, но я думаю, что это Каладея Pinstripe. Вот моя Каладея Pinstripe. Она еще маленькая, но, конечно же, окрас листьев зависит от освещения. Для моей Каладеи недостаточно, вот для этой маленькой, освещение без подсветки, и поэтому листья более темного цвета. А вот здесь вот такие вот прекрасные листья. Обратная сторона вот такая. В основном, как обычно, у многих амарантовых обратная сторона такая фиолетово-бордовая. Много здесь ростиков. Вот такая корневая, видите. Корни повылазили из дренажных отверстий. И, наверное, я ее в скором времени буду пересаживать. Постояла она у меня где-то не неделю. 5 дней дома. 5 дней я покупала во вторник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Ну, воскресенье, вот сегодня 6-й день. От вредителей не обрабатывала я. Так визуально все рассмотрела. Никаких вредителей не обнаружила. Ну, а растение, конечно же, требует пересадки. Видите, трубочка уже с новым листиком подсохла. А после пересадки, конечно же, я и обработаю это растение, обработаю обязательно. Семейство амарантовых, Каладея Pinstripe. Теперь уже в большем размере появилось у меня. Их теперь у меня 3. Еще совсем малыш в тепличке стоит, растет. Вот такой вот кустик. Тоже развернула новый красивый листик, вот этот. После пересадки прошло где-то, наверное, недели 3, может быть. Так, вот эта новиночка у меня, друзья. Еще одна у меня новиночка. Вот такая вот красота, друзья, появилась у меня. Но это растение. Это бегония Ладиор. Я уже покупала у частного лица, продавца. Частного продавца. Вот такая вот она шикарная, роскошная, можно сказать, с очень красивыми листьями темно-зеленого цвета. А цветочки насыщенно-желтого цвета. Камера немножко осветляет. Вот так она стоит у нее. Она подвязана. Вот такая у нее опора. Вот. Пока, конечно, я это растение не буду трогать. Моя мечта — вырастить такое же роскошное, пышное растение. Там был выбор. Было 4 бегонии в таких уже не в маленьких горшках. Горшок, наверное, может быть, даже 2 литра. И я выбрала это. Цветов, конечно, поменьше, но зато сам кустик очень такой пышный, красивый кустик. Здоровые листики. Я уже смотрела и обратную сторону, потому что один раз у меня попалась бегония однажды.
обратная сторона листьев была поражена такими бурыми пятнами. Но у этой все чисто, все хорошо. Пекуния и ладьер. Растут у меня череночки разные. Пекуния, ладьер. Ну, пока не цветут, а те, что цвели, немножко бегонии были вытянувшиеся, потому что я их не вовремя прищипнула. А когда уже сантиметров на 15 вырастает бегония, нужно прищипнуть макушку для того, чтобы она распушилась, дала боковые ростики и, в общем, был красив, чтобы был красивый пышный кустик. Бегония. Ну, еще приобрела опять-таки. Влюбилась я в бегонии. Вернулась моя любовь к бегонии. Это бегония клубневая нон-стоп. Бегонию клубневую нон-стоп я выращивала из семян. Года 3 назад, наверное. Семена хорошо взошли. Растения у меня даже цвели. Но потом что-то у меня... любовь к ним исчезла, и я со всеми рассталась. А теперь снова хочу размножить тут 5 клубней, пока еще не вытаскивала. Сегодня тоже буду вытаскивать, обрабатывать и уже сажать в грунт. Ну, из новинок у меня, друзья, вчера ходила в гости. Мне вот отщипнули несколько черенков. Это хоя карноза. Обычная хоя карноза. Смотрите, какая она красивая. Вот такой вот сплэш на листочках. Этот черенок буду сегодня тоже укоренять сразу в грунт. Еще один черенок. Хои карнозы. Дали мне череночки маленькие, тонюсенькие. Фикус бенджамин. Несколько череночков, 4. Такие черенки фикуса бенджамина. Сразу буду укоренять в грунт. Это бегония, я думаю, не знаю, приживется, не приживется. Вроде как листочек не потерял, туркер, ну не знаю. Это коралловая бегония. Коралловая у меня есть, но в одном экземпляре, и пока только растет. Вот такой малюсенький черенок. Я еще один черенок, педилантус, обычный педилантус. Не знаю, как буду укоренять, то ли в воде, то ли в грунте, пока еще не придумала. И из новинок вот такое, друзья, растение. Ну, живое же растение. Это декабрист. И цветочки желтого цвета должны быть у этого декабриста. Это маленький кустик, уже укорененный. Хочу я пересадить в горшочек меньше объема. Потому что земля тут, горшок тут очень тяжелый, видимо, грунт тяжелый. А я для декабриста делаю более легкий грунт. Вот, друзья, такие новиночки у меня появились. Это еще не все. Это еще не все. В следующих обзорах буду вам показывать. Буду вам показывать, друзья. Так вот. Вот такие красоточки. Появились у меня, друзья. На сегодня у меня будет все.
Всем самого хорошего, доброго, друзья. До свидания.